Продолжаем выпуск. Трагедия в селе Смирново Акаинского района. В воскресенье утром во время пожара в одном из домов погибли 3 человека. Всего с начала года огонь унес в 5 раз больше жизней. За это время спасатели зарегистрировали почти 700 пожаров, которые нанесли североказахстанцам многомиллионные убытки. На пресс-конференции об этом рассказали спасатели региона. Подробности у Алены Подласовой. Главной темой на брифинге стал пожар в селе Смирново Акаинского района. В огне погибли 3 человека, 2 мужчин и женщина. По словам соседей, эти люди злоупотребляли алкоголем и накануне их видели нетрезвыми. Трагедия произошла утром 6 декабря. По словам специалистов, возможная причина ЧП – незатушенная сигарета. По предварительным данным, все 3 отравились угарным газом. Всего с начала года в нашем регионе огонь унес жизни 15 человек. Один из них – ребенок. Из 698 пожаров 498 пожаров произошли в жилом секторе. На этих пожарах погибло 12 человек. Получило травмы 29 человек. Пожарные говорят и о профилактике. Например, в конце ноября в регионе прошла акция «Обход жилого сектора». Сотрудники ДЧС раздавали жителям частных домов памятки о правилах пожарной безопасности. Несмотря на то, что идет тенденция уменьшения по сравнению с аналогичным периодом 2014 года, по любому факту, гибели людей на пожарах, нами проводятся внутренние служебные расследования. С начала года ущерб от пожаров составил около 100 миллионов тенге. Чаще всего причиной ЧП становится неосторожное обращение с огнем. Алена Подласова, Владимир Боровков, новости МТРК.